Российские и белорусские регионы должны приложить максимум усилий для укрепления не только экономических, но и культурных взаимоотношений. Об этом сегодня в Могилеве заявили председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии большой выставки-ярмарки. 20 регионов России и все регионы Беларуси представили национальные площадки с ремеслами и артистами. Мы приехали из Брянска. Очень рады быть в Беларуси с нашими братьями, сестрами. Очень позитивное настроение. Хочется петь, плясать. Мне кажется, один народ, одно целое. В эти минуты участники форума посещают мемориал «Буйническое поле», где возложат цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.